Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 16 февраля. Наши прародители в этот день по приметам судили о грядущей погоде. Лес шумит, к оттепели или снегу. Трещит, значит, впереди затяжные морозы. Коль снега много навалило, аж не пройти к дождливому лету. А ежели воробьи песни свои запели, радуйтесь, скоро наступит весна. А какая же погода ждет нас завтра, 16 февраля? Сейчас я вам об этом поведаю. В селе Троица-Берег Суздальского района Владимирской области все стабильно. Столбик термометра становится на отметке плюс один. Впрочем, как и в предыдущие дни. А вот послезавтра воздух прогреется до 3 градусов. А еще обещают дождь. В селе Арково-Берег Александровско-Сахалинского района Сахалинской области зима так зима. На уличном градуснике минус 9. Вдобавок солнце со снегом. Ух, благодать какая! В деревне Белые берега Канышевского района Курской области плюсовая температура посреди февраля не в новинку. Там за окном плюс 1. Вдобавок синоптики прогнозируют снег. В поселке Красный берег Соликамского района Пермского края минус 5. Настоящая снежная уральская зимушка. Однако через пару дней температура сменится на плюсовую. Вот такие погодные метаморфозы. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!